Привет всем моим друзьям. Сегодня у нас 13 марта. Мы сегодня пенсию получили, и всегда мы ездим отовариваться по магазинам. Проехали и в Светофор, и в Магнит, и в Пятерочке, где только не было. Мы искали соль. У нас есть, конечно, еще пару пачек соли, но вдруг не будет соли. Нигде нет ни соли, ни гречки. Остальное все есть. Вот купили два масла таких, они по 89, это есть. Другого масла нигде у нас нет. Город Казань. Капуста, вот на 100 рублей эта капуста. Рис вот взяла, это в Магните. Рис в Магните. Взяли, вот взяли ребрышки. Ребрышки были 380 рублей, сегодня ребрышки 430 уже. Взяла вот две штучки на суп, щи варить. Так, вот фит-парад взяла мы, потому что я только фит-парадом. Я его в чай не кладу, я чай могу без сахара, кофе без сахара. А вот когда творог ем, вот такого, я пользуюсь весовым. Я покажу такой баночки. А вот он, вот. Уберу его, когда скидки только на нем. Сейчас 335, вот. Кончается, но чтобы он был, вот взяла этот фит-парад, курицу взяла одну. Мы берем челнинский всегда, а это я взяла, чтобы вот фарш добавить. Вот две упаковки взяла фарш. Фарш у нас 440 рублей килограмм. Это говядина. Вот прокручу сюда, вот это 2 килограмма тут. Ну, килограмм выйдет. В Светофоре вот чай такой взяли. Вот такой в Светофоре. Недорогой он, 60 рублей. И вот такой чай взяли. Вот чай Летний сад с чабрецом. Вот я его отдельно в баночку складываю, мешаю. В Светофоре вот взяли эти бублики. Муж любит. Вот в Светофоре взяли. Три сгущенки взяла, три банки. И вот искали соль же, вот в Магните, такая вот 60 рублей. Взяла уж, просто люди хватает, одну взяла. А вот еще мужу сало взяла. Сало он любит. Так, яблоки вот эти вроде неплохие. Яблоки тут 2 килограмма. Вот маку захватила. Полный стол получился. Взяла вот муку кукурузную. Я что с ней делала? Вот две пачки взяла, мука. Я с ней... Так, вот тоже еще рис взяла. Гречки нигде нет. Я... Вот геркулес я взяла, вот этот хлопья. Он дешевый, 16 рублей. Я его на кофемолке перемалываю. Добавляю туда вот этой кукурузной муки. Когда есть кефир, одно яйцо, все мешаю, сахар, заменитель, чуть-чуть солю. И такой он получается жидкий, погуще, чем на блины, как оладьевое тесто. И на сковородку получается одна большая лепешка. Это я его ем вместо хлеба. Вот этот геркулес вот 4 взяла. Вот еще вот такую мотолышечку взяла небольшую. У меня курица есть своя от несушек целая. Вот ее положу, и вот эту мотолышку будет нормально. В Светофоре вот мыло взяла вот такое. Маша. Марили. Маша. Наша. Что за Маша? А магия. Магия крем мыло, молока и меда. Ванны в туалет поставлю. Хлеб мужу. И вот такой батон. Вот все покупки. А, рыбу еще взяли в Светофоре, что тут не стало ее. Рыба, окунь, морской окунь, взяла 2 килограмма. Так-то рыба неплохая. Вот все покупки. Вот. Пока все, мои дорогие. Пока все. Если я потеряюсь, если я крою Ютуб, я в Одноклассниках. Надия Минубаева, и в ВК есть я, и есть я в Телеграм-канале,
и у Яндекс.Дзек, только я не могу ставить ссылочки. Вот внучка все придет, все сделает. Меня тоже не теряйте. Вдруг закроют. Пока, мои дорогие, пока.